Доброго вечора, дорогі друзі. Раді вас вітати на відкритті четвертого туру футбольного турніру зимового «Еластіка Київ». І, власне, зійшлися сьогодні в нас Сіба Вендін і ЗЗПК-1. Сіба Вендін традиційно для себе в білій формі, ну а ЗЗПК-1 на правах гостей змушені були вдягти помаранчеві манішки, аби не було зайвої плутанини. Да, и важно отметить то, что, конечно, хорошие команды набрали обороты. Все-таки третий тур сказался, определенно сказался, и команды привыкли к залу. Я думаю, что сегодня матч будет явно интересным, потому что встречается одна команда, которая играет организованно, в пас, широко. Вторая команда играет тоже достаточно организованно, но, наверное, все-таки больше рассчитывает на индивидуальные качества и формирует атаку на такой жесткую игру в футбол. Ну, узнаваемый стиль у Сиба Вендинга. Они играют до конца, я бы сказал, плотно. Не всем это нравится. Сегодня у нас будет явно интересный матч. Ну, жило, власне, розпочинати з ЗПК-1. Одразу намагалися вони вибудувати свою атаку якусь. На жаль, не зовсім виходить. Втім, м'яч вони зберегли. Ну і бачимо одразу, що готові команди до досить високого темпу гри, принаймні на початку зустрічі. Получится ли удерживать этот высокий темп? Это, конечно, думаю, команд вопрос. И кто с ним справится? Переход до грани. С порушением, каже рефери. И тому круглый переход до ЗЗПК. Багатий пас, в принципі, але перший навіть чує однозначно буде супронов, який одразу ж його повертає в гру. Невдалий пас на Кобзарьо, багато як зберегти м'яч. Не вийшло. Достойне вложення, тому що супронов 51-го буде рождення, так? 59-го, наприклад. 59-го буде рождення, так. І участвують в турнірі, що немаловажно. Просто вибити цього разу. Покупець. Другий м'яч у своїй половині полі зараз Сіба Вендін. Гра з ключиком, то проходить. Ладно, ну вже досить жорстко зустрічається, однозначно фол. Трішечки, мабуть, неочікувано. Тому що на турнірі ми вже трошки звикли, що Сіба Вендін дуже жорстко грає, а тут перший фол з боку їхніх суперників. Да. Набирає розмір ключик. Мабуть, битиме Андрій, таке враження складається. Да, і тим більше один чоловік в стінці. Ну, удар оказався прямо в ігрока, з яким, собственно, і була боротьба. Делает судья предупреждение, чтобы игроки играли более осторожно. Все-таки есть грань правил футбольных. И я думаю, что наш судья Денис, собственно, об этом и упомянул лишний раз. Чупецкий ключик пробосовывается. Власько, Ярослав. Немало работы у него сегодня будет с мячом и без мяча. Капитан все-таки должен заводить свою команду, чтобы она достигала хороших результатов. И он это понимает. Перехопник Сіба Вендін включит. А вот сейф же пас не прошел. Тем не менее, команда в белом отримает мяч. Для Калиганта зіграв за розігрів. И отличный первый, наверное, первый настолько опасный момент. Мы видим. Розстріл. Забирай спокійно цей мяч, Прокопець. Кидає мяч. Пишеться в центр. Готовий далі. Москов є. І відвечає ЗДБК достатньо неплохим ударом. Мяч, звісно, немного свалився з ноги. Видно, що Ярослав уж явно хотів попадати по воротам, але не вийшло в цій ситуації. Пишеться в центр, буде бити. Ну, певні проблеми створило це. Створив цей удар для Євгенія. Одначе. Не сказати, що надзвичайно великий. Ось вже м'яч знову Сіба Вендін. Удало, розіграли. І перехват, да. Ну, далеко, далеко упустив від себе м'яч, і він перейде для Сіба Вендін. Аут зі сторони Білих.
сумбурно у нас зараз поки що грають команди. Немає таких тривалих комбінацій, не знаю, чим це пов'язано. І Баранів. Отличний сейв голкіпера. Вовремя вступив в ігру. Вот очень важно все-таки в футзале вовремя выходить на мяч, на игрока, потому что если ты немножко замешкаешься, то, я думаю, больше времени подумать у нападающего. Классный прокопный ключик, говоришь, пробыто, чи будет добывание. Трошечки на нас догоняется. Зигралые. Опачок на чье. Да и... А вот потужного замыкания не вышло. Мяч переходить до ЗБК. Да, Скоя Ярослав снова с мячом в роли розыгрывающего. Хорошую передачу дает, но мне кажется, не успеет. Да, не успевает. Все-таки на ровных ногах изначально находился игрок обороны со стороны Стива Вендинга, игрок нападения. Поэтому и не получилось перехватить, вовремя выскочить. Перший готовий в нашому матчі, де Сіба Лендін, власне. Ар, заховано. Забирай спокійний м'яч, прокопайся, одразу кидай, вперед. Рішив попробувати підключитися команді, і хороша від передачі віддавав, немножко назад. Все-таки не так комфортно було. Для одного из игроков ЗЗБК не видно нам номера под манишки. Сложно достаточно определять. Не изучили мы еще до конца. Без номеров. Прихоплено. Вот уже ЗЗБК хотел. Лещенко. Как я понимаю, давал эту передачу. Смотрите, там крайний. Вообще не вдалось. ЗБК перепасовується. Так, не зовсім вдало. Передача там пішла. Не очікував явно саме такого пасу. Константин. Ключик з м'ячом. А я можу сказати, що 6,5 минут ми проіграли. Поки що без м'ячей. Так, це там такий вибор. Це м'яч. Сука. Хорошая комбинация. Лещенко пробивает. Очень опасный удар, потому что голкипер стоял все-таки на ровных ногах в этой ситуации. Серьезный темп у нас. Но могу сказать, что явно играет пока что на контратаках. ЗБК, по-моему, их это устраивает. Играет Лещенко. Хорошая передача еще далее. А вот уже повертать, мабуть, не варто было. У нас все-таки докрутить максимально, дотиснути цей момент. Ситуацию с ЗБК побачимо. Выйдет, намагался пробить. И придерживал, но это не помогло. Глазько, а не долго ли с мячом? Искал лучшего предложения от партнеров. Хотел как-то поопаснее сыграть. Немножко неудачный прием мяча был только что. До того, как ключ поборолся. Неспешно пока что разыгрывает за ЗБК, потому что очень высоко встречает и компактно Сиба Вендинг. Четвером располагается, я бы сказал, в правильном квадрате. Возможно, это залог того, что у нас пока что ничейный счет. Команды серьезно воспринимают эту встречу и, мне кажется, подошли друг к другу, изучив. Так, и у меня тоже складывается такие выражения. Я думаю, что готовился к этой встрече, разумею, насколько важно перемогти и відібрати. Это правильный подход. Борьба за мяч, умудряется вытолкнуть и быстрый пас. Без особливых проблем. Зачипает ЗБК. Посовывается. А теперь у нас плотно сзади осели игроки Сиба Вендинга. И это можно сказать сейчас
не скажу, что устраивает ЗСБК, но умеют они разыгрывать первым номером. Посмотрим, конечно, чем закончится эта атака. Вытягивают, откровенно говоря, на себя понемногу. А заканчивается она пока что аутом. Берем, далеко уже на крайнего. Сейчас все пробиты, не совсем да, вот именно меньше. Я слышу, это типа Венди, но не пока еще. Немножко не получился вынос Супрунова. Это и стало залогом борьбы на правой бровке. Ну, пока что сложно сказать, кто же первый забьет гол. По моменту было у команд таких, не сказать, что 100% моментов. Лещенко неспешно вводит через назад. Удар. А вот я скажу, неудобно. Все-таки повезло, что прямо отдал кипера. Но это такой первый звоночек, что можно пройти через середину и попробовать пробить. Галка своей половине поля сразу будет разыгрывать. Зимака. Все, скор. Швейца. На огромном опыте контролирует мяч Ярослав. Конечно, это мы уже не раз отмечали. Надежно играет, притом даже используя пятку, как мы видим. Чувствует своих партнеров. И потихоньку старается вытянуть. Кобзарев неспешно выходил в зону вперед. Но не сказать, что пока что это замануха работает. Опасно последнее. Ключик почти прочувствовал эту ситуацию и мог воспользоваться. Вовремя пошел в отбор, заслужил. А вот еще забирать специальный мяч протопец. Разжигаю по мне минуты. Еще бы из ЛСКО. Едва-едва не придумал. А нет, все-таки придумал. Но у Ярослава не получается отыграть. И-яй-яй-яй. Все-таки зараз небезпечный был момент. И могли, в принципе, забывать. Это ЗБК. Одначе трошечки не вистачило. Забракло віри, мабуть, у те, що цей місяць таки... Що пройде паста між ног. Ну, я скажу, що мені кажется, що от після цієї 10-минутки, яку проіграли, все-таки понемногу ближе к своєму стилю ігри становиться ЗБК. Не заіграється ли? И удастся ли забить, конечно, не знаю, но вот эти два момента, они подсказывают нам, что все-таки где-то им стало комфортно играть против Сиба Вендинга, и понемножку получается. Но Сиба Вендинг, по-моему, уже недоволен тем, что контроль мяча перешел за ЗБК и высоковато пытается встречать, может принести свои плоды. Выбирайся, прокопай себе мяч, но фиксация на мяч. В опасную зону бросал. И какой у нас отличный удар от Ключика. Андрей всегда воспользуется ситуацией, чтобы пробить хороший удар. У него мы это видели уже не раз. Далековато, конечно, было, но голкипер выражает недовольство, потому что дали пробить. Это все-таки опасно достаточно. Снова Ключик Андрея отыграл правее. Здесь опасно. 3-2. Потерял то драгоценное время на этом перекате. Вроде как и получилось, но где-то застопорился. Игрок за ЗБК, и выжить из этого больше не получилось, чем аут. Беспечный момент. Лосюк выходит 1-1. Вся грамота сделает. Уголкипер, конечно, здесь на тоненьком. Сначала вышел, заставил понервничать. А потом ушел в зону и на линии. Ну, чуть-чуть даже немножко вышел за линию, но рук, по-моему, нет. Да, мне даже дается, что он все-таки останню мыть передумал руками. Все ж таки рады. Все, да. А вот скутовый, для ЗБК удар. И все понаработанное, на выход.
опередил, вышел в зону более первым Глазько, но, правда, пробить точно так не получилось. Крайний Евгений, дальняя линейная передача. К Андрееву не пришла. ЗБК. Черговий малюнок для своєї атаки. Ось цікавий задум, в принципі, але здається, Боремець не сильно. Може, то і повірив, то що саме до неї прийде цей пас. Лючик. Ластюк Сергій старається активно розтягувати ігроків оборони за ЗБК. Не скажу, що поки що виходить. А от опасний момент. Ай-яй-яй-яй. Останній мить буквально на виручку приходить. Крайній Євген і просто виносить на кутовий, хоча насправді ранее... пас був дуже небезпечний. Да. Був би гол. Гол, да. Просто залітав уже і Івар. Да. Один-ноль. ЗБК виходить вперед. А забив у нас этот м'яч на 15-й минуті. Номеров мы, к сожалению, не видим. Забыл Светула Максима. Да. На 15 минут. И это уже звоночек на заявку, что в первом тайме. Перемогу добудет ЗБК. Одразу вільніше себе почала почувати команда в раніжках після цього забитого, як мені здається. І ось Дося виборотив все-таки м'яч, удар, о, 2-0. Ну, 2, да. От яка небольша пауза була. Хто забив? У папи. Власько Ярослав на замахе, проходит далее. Встречается в центр. А вот и третий мяч, но это автогол, как я понимаю. Власько, у нас другий мяч, власне, залізний Владислав. А третий мяч, как я понимаю, был автогол. И вот немножко посыпались, конечно... Где-то потеряли мотивацию, мне кажется, игроки с Вейнинга. У нас, к сожалению, есть небольшие проблемы с узнаванием фамилии, кто же забивает за ЗБК. Правее пробивал, то все равно мяч бы проходил, зона была открыта, стенка не так плотно стояла, и, конечно, пробивать нам можно было. Выключик я просто убираю, подстрелюю, особливо проблем прокупать. Боротьбу, дается все-таки протягнутый мяч, прострелю, Саску на мяч пришел. Левой ногой. Даже если бы постарался, наверное, не смог бы, потому что назад пошла передача. И будет по катящемуся мяч. Судья фиксирует, что так нельзя, и будут переводить мяч уже другая команда ЗЗБК. Выдержали дистанцию 5 метров, будут платить. Точно вводиться передача, тому проходить м'яч до Сіба Вендіен. Ключка Андрій. Дальня передача. Глазько Ярослав прочитав цю ситуацію. Ну а тут же прочитали ці удари снарічні. Отработав, так. Ключик розігнати атаку. Дивись, незграбно якось обробив цей м'яч. І аут для ЗБК на своїй половині. Но слушать игру ЗБК, вот классно у них это получается. Все-таки команда с огромным тактическим и футбольным опытом. Посерьезнее они настроились.
зараз перехоплює ключик, але от завершального цього удару, на жаль, немає. Забракло трошки точності. Рахунок залишається 3-0 на користь Глибака. Ну а час першого тайму потихеньку спливає, залишилося грати вже не так і багато. Хвилина, півтори максимум. Це пас нікуди, спокійно відбирає Супруно. Одразу на першу. Він не точно повертав на крайню. І м'яч приходить до команди Помаранчева. Супрунов, хороший заброс. Гарно. Зарев мог воспользоваться этим моментом. Неплохой удар осуществил. Пришлось голкиперу с ЗБК вступать в игру. И не без проблем, конечно. Кінець першого тайму. Рахунок 3-0 на користь ЗЗБК.